А перед началом ролика хотел бы посоветовать канал моего хорошего знакомого Вартекса. Он снимает летсплеи на вашем любимом Адвансе и Diamond RP. Также вы еще найдете много познавательных роликов. У него совсем чуть-чуть не добирается до 20 тысяч подписчиков, так давайте ему поможем. Ссылочка на его канал будет в описании. Обязательно подпишись. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрнесто. Я продолжаю играть на Diamond RP Onyx. А сегодня я решил, в общем-то, съездить в казино. Думаю, многие обрадуются, многие нет. Многие любят, когда я снимаю казино, а многие и против. Потому что я часто всираю бабки, как вы знаете, да? Но все же я решил сегодня попробовать съездить в казино, поднять немного денег. Так, мне осталось только дождаться какую-нибудь машину, которой, к сожалению, здесь сейчас нету. И я не знаю вообще, на чем мне ехать до казино. Казино у нас находится в ОВ, да, пешком вообще не вариант бежать, как бы. Все, ребятки, я подъезжаю уже к казино. Давайте сразу не забывайте поставить лайк и подписываться на канал. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая серия по Diamond RP Onyx. Так, все, забегаем в казино. Так, звук я вроде вырубил. А, тут прыгать нельзя, тоже ты забыл эту тему. Прыгать тут, к сожалению, нельзя. Так, ладно, бежим. Тут народу, как всегда, дофигища. Сейчас онлайн у нас 900 человек, почти 900. Так, сколько тут играют? Тут вообще ставка никакая не стоит. Так, тут насколько играют? Так, ну-ка. Стоп. Мне нужна какая-нибудь ставочка 1005 хотя бы там, не знаю. Или даже меньше. Ох, ё-моё, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Ну давай, пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай, затащись, затащись. Затащись. Сука, я проиграл. Я проиграл 49 тысяч целых. Вы представляете, как это много? 25 тысяч, ладно, сыграем на 25 тысяч тогда. Может быть, вернем сейчас свою сумму хотя бы. Давай, пожалуйста, затащись. Не знаю, как багать, не багать. Багов нету, ну похер, я багаю. Давай, 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 давай. Блять, тоже проиграл. Смотрите, как мне не везет сейчас. 5 в 3, кто-то говорит. 5 тысяч. Ну давайте 5 тысяч сыграем, не знаю. Конечно, будет обидно, если сейчас все просру, потому что я потел на работе дальнобойщика. Как бы мне бы не хотелось проиграть все деньги. Втроем, 30 тысяч. Давай, пожалуйста. Ну хоть 30 тысяч, затащись. У меня было 230к, сейчас уже на сотку меньше стало. Давай, давай, давай. Ну, да, я выиграл. Выиграл 80 тысяч. И все равно я в минусе на 30к, как бы. Меня это не устраивает. Но хотя бы уже что-то, хотя бы одна победа. 80 тысяч я затащил. 39 тысяч. Ох, я зря, наверное, это сделал, ребят. Может быть, я выиграю. Так, нет, я, к сожалению, проиграл, ребятки. Так, 20 тысяч. Окей, 20 тысяч пошла. Пошла тема, пошла, пошла, пошла. Так, давай. О, я выиграл 36 тысяч. Но все равно, я в минусе как бы жестком. Так нельзя, так нельзя. Ладно, давайте 20 тысяч. Четвером играем на 20 тысяч. Если я выиграю порядка 80 тысяч, наверное, да, где-то. Или меньше, да, 70 где-то может быть. Но, блин, я опять не выигрываю. Ну, вообще какой-то бред, если честно. Вообще, зря я пошел, наверное, да, будете меня ругать там, но... 60 тысяч поставил, ёб твою мать, ёб твою мать, все, пизда. Все, минус все мои деньги. Минус все мои деньги, я клянусь вам, вот так и будет сейчас. О, 162 тысячи выиграл. О, нормально, нормально, хотя бы не в таком жестком минусе. Мне хотя бы подняться в плюс, ребятки. Я просто не хочу просирать деньги, вот серьезно. Давайте, сколько? 10 тысяч. 40, 450. Не, вы что, упали что ли? У меня таких денег даже... Мне таких денег даже не снилось. Конечно, херово то, что у меня еще дома нет. И ни машины, ни дома. Вот это тоже обидно на самом деле. Но вот меня это и подвинуло сходить в казино. Вдруг бы я поднял денег и купил бы себе хоть какой-нибудь домик. Какой-нибудь самый паршивый дом, чтобы хотя бы он был. И самую дешевую машину. Ну же. Да, блядь, ну почему? Блядь, короче, я поставил 90 тысяч. Мне насрать. Все, вдвоем играем. Проигрываю, так проигрываю. Остаюсь ни с чем, значит. А выигрываю, значит, нормально. О, я выиграл 162 тысячи. Ну же. Блядь, ну это жоп. Ну это все, это ГГ просто. 100 тысяч осталось. ГГ просто. Все, последние 100к играю, пацаны. Эх. Обидно будет, если проебу. Ох, обидно будет.
Так, ну и кто со мной рискнет сыграть на мои последние деньги, которые я фармил дальнобойщиком весь день? Ну-ка, давайте-ка, покажите мне. Втроем на 100 тысяч, серьезно? Серьезно? Ну все, прощайте, короче, мои бабки. Прощайте мои денежки. Давайте, все. Все. О, я выиграл 270 тысяч! 270 тысяч выиграл. 270 тысяч, офигеть. Все, спасибо большое, спасибо. Блять, ну втроем, ладно. Хер с ним, надеюсь на победу. Давай, пожалуйста, выиграй. Давай, я затащу, изи. Офигеть, я уже почти в два раза поднялся. Фух, ребятки, это жестко. Это жестко. 10 тысяч. Да, я еще на 10 тысяч успел. Ничего крутой. Все, ребятки, вот, пожалуйста, просто лайк за то, что я поднимаю тут бабки, рискую своим здоровьем. Блять, каким здоровьем? Рискую своими нервами. Если я выиграю, я сразу уйду. Вот просто обещаю, что ухожу, если выигрываю. Но дай только выиграть. Пожалуйста, давай. Сжал кулаки. Давай. Сука. Блять, 100к осталось, представляете? Блять, ну если сейчас я тоже не выиграю, то все, это жопа. Это полная задница будет. Просто серьезно, полная жопа будет. Все. 6к осталось. 6 тысяч. Заебись. Ай, блядь, за что такая залупа? За что такая херня мне? 6к. Вот, ребятки, и конец, блядь, казино. Сходил в казино Эрнеста, называется. Как обычно, в принципе. Тут даже удивляться нечему. Вот поднял сначала, беги ты отсюда, если ты поднял. Нет, блядь, надо дальше играть. Азарт, блядь, губит людей. Запомните. 6к, ну по-братски, поставь 6к последний. Я уже просру их и все. Все, давай. Последние 6к просираю и ухожу отсюда. Вот такие вот дела. Да, все. Супер везение в казино. 700 баксов осталось из 240 тысяч. А мог уйти с 400к отсюда. Ладно, ребятки, на этом я закончу. На такой печальной нотке. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк. Также подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. С вами был Эрнесто. Всем спасибо. Всем пока.